Весенние полевые работы начались в Туркестанской области. Многие аграрии юга уже получили льготное кредитование на посевную. В этом году на поддержку субъектов агропромышленного комплекса выделено 70 миллиардов тенге. Это намного больше, чем в предыдущие годы. О прогнозах на будущий урожай в материале Екатерины Попковой. Аграрий Руслан Валиханов быстро старается барановать свои гектары. В будущем здесь соберут тонны хлопка-сырца. В этом году в поле вышли раньше обычного. Позволила погода и средства, полученные за счет льготного кредитования. Большое подспорье именно вот в начале года, потому что сейчас вот начинают весенние полевые работы. Идет баранование, дистопливо дорогое, надо закупать минеральные удобрения. На весенне-полевые уборочные работы льготные кредиты получили больше 1000 сельхозтоваропроизводителей страны. Руслан Валиханов решил, что 5 миллионов ему будет достаточно, чтобы успешно завершить работу и остаться с прибылью. Кредитные заявки от аграриев на пополнение оборотных средств, на закуп семян, на ГСМ и на другие нужды начали мы принимать с декабря прошлого года под низкие проценты, выгодную кредитацию по программе «Кенгдала». В аграрной кредитной корпорации национального управляющего холдинга «Казагро» рассказали, что уже выдали больше 20 миллиардов тенге. Ставка вознаграждения для конечного заемщика не превышает 5%. На сегодняшний день это самые выгодные условия по стране. Финансирование по программе «Кендала» доступно аграриям Казахстана, поэтому кредитование весенне-полевых и уборочных работ осуществляется по мере поступления заявок, вне зависимости от региона, уточнили специалисты. До конца года они планируют охватить кредитными средствами больше 2000 сельхозтоваропроизводителей. Екатерина Попкова, Хабар 24.